Ученики Лопатинской школы получили гранты за разработку и проведение фестиваля от государственной детско-молодежной программы «Движение первых». Это сообщество, в котором призывают уважать традиции и культуру народов России, а также семейные ценности и судьбу нашей страны. Движение первых, которое сегодня тоже организовано в России, это наша большая такая вот, я думаю, надежда, потому что дети, молодые люди, они получают возможность реализовывать себя в столь раннем возрасте. Школьники совместно с педагогами стали инициаторами фестиваля «Мы разные, в этом наше богатство». Цель проекта – рассказать о культуре, традициях и обычаях людей разных национальностей, которые живут в Ленинском городском округе. Создание пространства для детей, чтобы они могли познакомиться с различными народностями, которые населяют Московскую область. А потому что мы проводили социологический опрос, и да, только в нашей школе у нас 21 народность. На нашем фестивале главная идея будет состоять в том, что независимо от того, какую нацию ты представляешь, сколько тебе лет и так далее, каждый из нас разный по-своему, но в этом и состоит наше богатство. И хоть мы все разные, но мы способны объединиться ради какого-то общего дела, и вместе мы сильны. На фестивале будет интересная программа, которая включает тренинг-игру, творческие визитки команд, образовательную практику, мозговой штурм и много чего еще. Мероприятие состоится в Лопатинской школе 4 ноября. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.